Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео. В этом видео я хотел бы разобрать с вами песню. Мелодию на эту песню я уже показывал в одном из видео. Называется она «Самая простая мелодия на гитаре». Вот. Ну, в данном случае, я думаю, и сама песня не столь уж и сложная. Думаю, ее тоже можно назвать «Самая простая песня на гитаре». Итак, давайте начнем с того, что мы сыграем куплет у этой песни. Куплет у этой песни состоит всего лишь из четырех аккордов, как раз тех самых, которые я показывал в своем видео. Давайте повторим. Поставим аккорд АМ, это указательным пальцем вторая струна на первом ладу, и вторым пальцем четвертая струна на втором ладу, и третьим пальцем третья струна на втором ладу. Поставили аккорд АМ. В правой руке мы будем играть всегда одно и то же, ну, в куплете, по крайней мере. Итак, на аккорде АМ мы сыграем в правой руке. Четвертая струна, третья, вторая, третья. Четвертую мы сыграем большим пальцем, третью указательным, вторую струну сыграем вторым, средним пальцем, и опять сыграем третью указательным. Еще разок запоминайте. Четвертая, третья, вторая, третья. На аккорде АМ мы сыграли. Далее, не убирая аккорд АМ, мы ставим еще мизинец на четвертую струну на третий лад. И в правой руке мы играем то же самое. У нас получился аккорд АМ, но с мизинцем на третьем ладу на четвертой струне. В правой руке опять четвертая, третья, вторая, третья. Третий аккорд. Отпускаем все пальцы, кроме третьего, который у нас зажал третью струну на втором ладу. Вот таким образом у нас получился третий аккорд, который состоит всего лишь из одной струны, прижатой третьим пальцем на втором ладу, третья струна. В правой руке опять играем четвертая, третья, вторая, третья. И переходим к четвертому аккорду. Убираем третий палец с третьей струны со второго лада. А второй палец, наоборот, ставим на четвертую струну на второй лад. И так у нас получился четвертый аккорд, состоящий тоже из одной прижатой струны, остальные открытые. Это четвертая на втором ладу, прижатая вторым пальцем. Давайте еще разок повторим все четыре аккорда. В правой руке у нас всегда будет идти четвертая, третья, вторая, третья. Поехали. Первый аккорд. АМ. Второй аккорд. АЕМ с четвертой струны на третьем ладу. Третий аккорд — это третья на втором ладу. И четвертый аккорд — это четвертый на втором ладу. Вот таким образом мы с вами выучили куплет. Давайте попробуем сыграем его вместе со словами. Таким образом у нас получается так, что в куплете на одной строчке песни в куплете у нас получается все четыре аккорда. Давайте еще разок повторим. Ты попроще слова найди. Вторая строчка. И пожалуйста напиши. Третья строчка. Как идут за окном дожди. Четвертая строчка. Как сентябрь за окном дрожит. Получается, что у нас на одной строчке в куплете четыре аккорда. Итак, мы переходим к припеву. В припеве у нас тоже четыре аккорда. Тоже АЕМ сначала. Далее аккорд F. Это барре с первого лада. Третий на втором и пятый с четвертой на третьем. У кого не получается барре пока еще, то вместо вот этого аккорда F с барре мы сыграем аккорд F без барре. Это будет вторая струна на первом ладу указательным пальцем. Далее третья струна на втором ладу вторым пальцем. И четвертая струна на третьем ладу третьим пальцем. Итак, первый аккорд в припеве АМ. Второй аккорд в припеве F. Либо с барре, либо вот такой упрощенный. Третий аккорд в припеве аккорд ДМ.
Первая на первом, третья на втором, вторая на третьем. И четвертый аккорд в припеве — это аккорд ЕМ. Либо Е, по-моему, вот еще указательным пальцем. Итак, еще разок сыграем. Первый аккорд в припеве, второй аккорд, третий аккорд. Да, здесь будет аккорд Е. Е — это третья на первом, пятая, четвертая на втором. Ну, как АМ, только повыше. Итак, повторяем, какие у нас аккорды в припеве. АМ, Ф, М, Е. В правой руке мы будем играть немножко иначе, чем в куплете. В правой руке мы будем играть большим пальцем пятая струна, указательным третья. И двумя пальцами, средним и безымянным, вторым и третьим, мы сыграем одновременно сразу две струны и дернем. Это будет вторая и первая. И после этого мы опять сыграем указательным пальцем третью струну. Итак, еще разок запоминайте. Пятая струна, третья струна, две струны сразу, первая и вторая, третья струна. Как и в куплете, 4 аккорда на одной строчке. Припев у нас. Еще разок послушаем.